На индонезийском острове Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Сейсмологи зафиксировали не менее 5 авторшоков. По последним данным, погибли 54 человека, пострадавших сотни. Разрушены десятки зданий. Местные власти опасаются, что под завалами остаются люди, и для их спасения требуется специальная техника. Эпицентр подземных толчков располагался на побережье Ачи, это северная индонезийская провинция. Очаг залегал на глубине 10 километров.